Всем привет, меня зовут Ярмоленко Игорь. Вы смотрите видео-дневник день за днем. День у нас сегодня 17 июня 2013 года. Время сейчас около 23.00, да, уже темно. Уже как бы день пошел, наоборот, ближе к зиме, соответственно. День все короче. Ой, сейчас обрызгают опять. Оп. Нет, повезло, не обрызгали. В общем, все длиннее, дни все короче. Ой, опять обрызгают сейчас. Что такое? Туда я попал, она два раза. Поливалки ездят, тут асфальт поливают у нас. Так, день у нас сегодня прошел на самом деле в спокойной обстановке. До обеда, где-то утром, помог Тане донести некоторые вещи ее. Она несла цветочки, я нес вещи, сумочку такую тонкую, тяжеленькую, на ее на новую квартиру. Где-то в обед пришел и все оставшееся время сидел в интернете, сидел в ютубе, сидел где-то еще. Вот так на самом деле и прошло, из дома больше не выходил. Вот, как бы так, главных новостей больше нету никаких, так что все. На этом все, будем прощаться, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. Arrivederci.